Вот. Знаете, когда идет диалог у Эвилона и у Гинцухи, я прям представляю, как Наташа прыгает на его тюлени, да, и ерзает своими булочками по его ляжкам, а он ее за пупу держит. Бля. Я еще представляю, как ты Вадиму ножками дышишь, потому что им нравятся твои ножки, например. Наташ, ты когда вы в Турцию вместе ездили, ты многим там ножками? Чила. Ни разу, мне не нравится. Пиздобол сиплый. Не, она для тебя педикюр делает. А нет, я могу все сказать, хочешь все угодно, могу правду сказать. Вот в какой ты позе ее больше любишь трахать? Блин, если честно, он вообще смотрит. Похуй. У меня нет прям такого, типа, знаешь, что у меня что-то такое есть прям любимое. Понял. Мне вообще похуй. Ну, ладно, скажи хотя бы вещь. Тебя Наташа там просила кончить в определенное место, там, на сиськи, на попу, на лицо? Ничего я его не просила. Это, сейчас я тебе напишу сейчас в ТГ. Ну, знаешь, когда к финалу все подходит, там девушка на эмоциях, смотри, там, смотри, и в порыве страсти говорит, типа, кончи в меня. Иногда говорит, кончи мне на сиськи, там, вот такое бывает. Давай, я читаю. Я понял, Вать. Ну, это кайф. Что кайф? Ничего, Наташа, ты так хорошо сейчас сок глотаешь, который пьешь. Господи, так.